ну давай, скажи нам что-нибудь. Ты такая счастливая, прям писала такие вещи классные. Посвидетельствуй, пожалуйста. Халёхин, всем. Ну да, я не знаю, мне кажется, я уже и ночью просыпаюсь, и включаю наушники, одеваю и слушаю все время, да, это вообще такое шикарное. Эти все медитации, они столько много дают, ты постоянно только ходишь целый, мне кажется, день и только об этом думаешь, да, я уже без этого не могу. Я постоянно в машине везде слушаю, и так уже, я уже теперь стала ночью просыпаться несколько раз, и у меня первый гиданг мои, хочу дальше, хочу еще, хочу. И у меня раньше была такая проблема, что я не могла так сильно, как сказать, думать, мечтать. Мы еще когда с тобой, Нелли, первый раз познакомились, я помню еще, ты меня так спросила, ну, что ты хотела бы, твои мечты, я вообще ничего не знала, я не могла мечтать вообще. Ну, есть это и все, да, а вот такие большие там мечты не было у меня, а теперь вот, я уже, как сказать, третий месяц Дубай, и только начинаю мечтать. Научилась только, как или учусь мечтать, да, и мечты мои, как бы сказать, они такие чистые, такие это, я вижу себя в этом, да, а то раньше мне так трудно было, сколько раз мы пытались тоже медитировать, визуализировать, не могла я, без Бога не могла я не видела этого, как я сейчас вижу, да. И вот ты мне опять сейчас опять на такой, я не знаю, наверное, мысли наши читаешь, я не знаю, наверное, пиштым, да? У меня такая же проблема была с моей мамой, она очень, неделю назад я с ней поругалась за то, что она говорит мне, что я на нее времени ей не уделяю. Она очень сильно у меня обиделась, очень сильно. Я думаю, ну что я могу сделать? Как я же не твой бибиситер или воспитатель, не могу я, да? И ты мне опять такое говоришь, да, это вообще это шикарно. Я сегодня, как сказать, мы фрюштукали вместе, и я ей сказала тоже таких пару слов, что я говорю, мама, ты выбираешь сама, ты будь тебе счастливой или несчастливой, и ты выбрала это. Я тут, как сказать, ни при чем. Да, и вот... Спасибо большое, Нелечка.